В Хасавюрт с интересным представлением прибыл цирк «Шапито». В программу вошли необычные номера с дрессированными животными, выступления воздушных гимнастов, силовые трюки и, конечно же, много юмора, который подарил зрителям веселый клоун Олежка. По словам директора цирка Андрея Манучаряна, всю уникальность выступления артистов невозможно передать словами. Это нужно увидеть. По рассказу вы можете так и не понять, а вот увидеть все это, присутствует на этом гала-концерте, на представлении. Это, конечно, здорово. Ну, мы колесим по всей России практически. Тут не важно, откуда цирк. Тут важно то, что артисты все из разных городов. То есть цирк представляет из себя и разных наций, и разных людей, которые все это сплочаются. В цирке вообще наций нету. Мы все едины. Живем, присутствуем здесь. И программа, ну, она уникальна чем? Во-первых, у нас есть рекордсмены Всемирной книги рекордов Гиннесса. Многие номера гимнастов и акробатов выполнялись без страховки. На все происходящее на манеже зритель смотрел с восторгом на одном дыхании. Ключевыми стали номера с дикими животными и фаер-шоу на гироскутере, который мастерски выполнил самый юный артист, участник телепроекта «Лучше всех». На протяжении нескольких часов зрителя охватывало бурю эмоций от увиденного. Своими незабываемыми впечатлениями поделились юные ценители таланта цирковых артистов. Арсен, что он огнем крутил? Какие? Завершающим актом циркового представления стал номер «Джигиты на лошадях». Как обозначили сами артисты, главная цель была подарить атмосферу праздника жителям города и гостям. Цирк пробудет в Хасавюрте до 8 апреля. Все желающие посетить представление могут прийти на стадион имени Арсена Муртазалиева. Бика Сулейманова, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».